Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Продолжаем играть в игру Seven Days to Die на сложности Insane. И в прошлой серии мы раздобыли кое-какой лут недалеко от нашего жилища в холодном биоме. Сделали два фонаря, вот таких осветительных, две стороны светят. И сейчас мы пойдем с вами проведаем город, в котором мы были до этого, который мы нашли. И еще у меня появился мушкет, который на самом деле мне не очень нравится, потому что он не то ни сё. Эффективность от него невысокая, у него эффективность, поэтому сейчас я хочу просто его затратить уж до конца прям. И успокоиться насчет этого мушкета, потому что, видно, нужно нормальное оружие брать, а не мушкет. Или хотя бы, не знаю, какого-то уровня маленького у меня, хотя синий. Ну, в общем, да. Толку от него не очень. Металлические в нем заряжены. Картечь металлическая. Но единственный плюс из него то, что он качает дробовики. Кстати, я нашел в прошлой серии еще и дробовик. Это бонус. Так, ладно, этого трогать не будем. После перерыва в игре игра начинает, я выяснил, подтормаживать из-за того, что пересоздаются все монстры. Они не сохраняются в сейвах. Сохранится только мир. Поэтому пересоздаются все монстры. И когда идешь опять куда-то, соответственно, все заново. И звери заново, я так понял. И зомби. В общем, вот так вот. Поддергивается. Сейчас все иду, и все поддергивается из-за этого. Мне, кстати, на форуме написали, что... Ой, на форуме. В комментариях написали, что мало экшена. Ну, мало экшена у меня исключительно только потому, что связываться с зомби здесь бывает достаточно накладно для себя, так как сложность большая, и на примере вот прошлой серии я там случайно подрался с одним зомбаком, так он мне больше половины жизни легко снес, хотя у меня, обратите внимание, доспехи металлические стоят. Да, вот так вот. Серьезно это дело, поэтому я, конечно, стараюсь без повода с ними не связываться. Выношу их, когда они уж прям совсем тут мне мешают. Или когда не так уж и много. Соответственно, и от всяких орд тоже стараюсь уворачиваться. Потому что, как бы, ну, нет смысла особо прям специально сражаться с ними. Палки, еды забыл поесть. Как всегда. Так, надо хоть питья завезли. Давайте-ка вот тут отметим, наверное. Маркер поставим. Что есть тут кое-что для нас ценное. Потом, может, соберу, приду. Если в эту не пойду. В пещеру. Да, да тут вообще какая-то прям поляна, накрытая с ресурсами. Сейчас откроем здесь территорию немножко. Так. Там у нас зимний биом. Можем, кстати, немножко вдоль него пойти. Посмотреть, что да как. В зимнем биоме очень, конечно, высоко такой качественный лут. Видимо, из-за того, что среда там опасная, более опасная, чем здесь. Поэтому и лут выходит тоже такой нормальный. Вот, например, нигде я серьезное оружие не находил, вот тут вот дробовик нашел. Кстати, обратите внимание, что здесь какой-то излом. О! А, в зимнем биоме хорошо спрятан этот. Ресурсы хорошо спрятаны, за что не найдешь. Так,
что тут все прям белое такое, да нельзя прям. А здесь что у нас? А здесь какой-то, смотрите, елки пошли. Это тоже какой-то, видимо, другой биом. Так, медведь. Кстати, когда нам холодно, у нас расход пищи больше становится. Так что, учитывая, что я не поел, вышел, надо помнить об этом. Вижу, кстати, там эти пни с лутом. Напоминаю, что лут у меня не восстанавливается, поэтому все, что я нахожу в единичном экземпляре. То есть, ну, я нахожу, например, место, где полутать, но больше туда нет смысла идти, потому что там уже ничего не будет потом. Ну, как носится, вообще как угорелый. Да, звери, конечно, чумовые. Эти дровосеки. Надо, конечно, может приодеться потеплее и исследовать этот биом. Несчастный, имею в виду зимний. Так, а это я что, не видел, что ли? Нет. Рубах какую-то нашел. Так. Еще я что-то нашел. Сейчас посмотрим, отойдем подальше. Фу. Давайте передохнем. Так, ну вот это, наверное, можно сразу металлолом отправить. Так, ну нож туда, и нож неплохо. Белая рубаха, плюс 2. Переработку. Порох. Думаю, так. Жалко, здесь, конечно, нельзя заводить домашних животных еще. Типа там каких-нибудь куриц наловил. И можно, чтобы их было держать, они неслись бы там. Хотя и так тут. Ну, это упростит, конечно, выживание, потому что, ну, тут постоянно приходится искать все пропитание, запасы делать, а так они фактически будут прям в доме. Да уж, смотрите. Все вдоль прям этого биома двигаюсь. Зимнего. Но пока там вроде ничего особенного не вижу в нем. Люблю эти границы очерчивать. Сразу знаешь, куда можно идти, где что искать, а куда лучше не ходить просто. Так, мед. Смотрите, пока дошел до города, уже весь битком налутанный. Ну, еще мед. Да, курица вообще стойкая, конечно. Не боится выстрела. Разнесло ее, что ли, на куски. Вот так вот будет с каждым, кто не понимает, что
Там вдвоем тесно, в одном городе. О, витамины, здорово. Странно, я что-то так и не нашел эти антибиотики травяные. Рюкзачок, хорошо. Где они? У меня там в списке крафта, но даже не знаю. Ух ты, сарай какой-то нашел. Сарай вообще такой. Сарай, сарай. Кто там ко мне лезет со всех сторон? Ничего у вас тут нет. Вот этого бы тоже надо добить. Мне кажется, этот мушкет должен был бы быть как-то попроще, чем другие. Там, не знаю, труба там у него просто какая-то, а это навороченный какой-то. Такое застряло в объекте, застряло. Так, все, я готов, это я переработаю. Да, мы ее научим целомудрию. Ладно, что я парюсь-то. Чего себе глюки. Вот так отрабатывать эти приемы ножевого боя. Освобожу ее, пожалуй. О. О, спасибо. Я так и знал. Никакой благодарности. Вот вам и экшен, который заказывали. Смотрите, сколько я раз ее ударил. Просто огромное количество. Зачем мне тут ломать эту дверь, когда я вот тут сейчас пройду? А, фиг я пройду. А, нет, прошел, смотрите-ка. Убежище, что ли, какое-то. Давайте тулуп оденем. Оденем это, пока. Какой-то тут склад. Лама. Да, не фонтан, в общем, в этом сарае. Сарай вообще не фонтан. Так, ну, температура стала расти, и шапочку напялил. Наверное, мне лук надо новый. А то что-то у меня совсем что-то у него. Так, а что это у меня не хочет-то заряжаться? Зарядить лук. Ну все, наверное, пора в город уже идти. Где-то рядом. И не мокну даже. Шапку и вот какую-то куртку я одел. Так, а что за куртка? А, нет, это пуфер. Пуховик, я так понимаю. Пуховое, наверное, пальто. Так, тут что?
Так, а здесь что? А здесь у нас... А, здесь где-то пещера, значит. Угу. Пещерка. Да, мы уж полгорода прошли. Пойдемте. Так, 13 гильз, неплохо. Это нам хорошая помощь. Да, конечно, такие эти непонятные обрывы, что... Куда-то, в общем, вышли. Я уже тут, по-моему, подняться не могу. Дороги сломаны. Так. Металлический наконечник используем как две стрелы сразу. Я, наверное, отсюда... Если бы не двигался, то можно было, наверное, попасть. За ним, что ли, идет там деятель? Наверное. Так. Идем к городу. Наконец-то хоть ключ есть. Всё, теперь живем. А, вот это вот непонятное сооружение, которое мы видели в прошлый раз. Нам надо для самого для этого разгрузиться вначале. Где разгружаться, я там не знаю, одно местечко у меня припасено. Так. Сейчас мы тут немного их погоняем. Да, хоть еда будет. То, что совсем прям. С другой стороны, я, конечно, могу сделать себе яичницу сейчас. Ходи, дружок, пирожок. Потом лишний раз на тебя стрелы тратить. Что не все ко мне тут бегут-то прям? Так. Неплохо. Вы тоже подходите, сейчас я вам выдам тоже порцию. Так, давайте-ка съедим. Это тоже съедим. Наверное, и это съедим. Да, и можем спокойно теперь попить водички.
дойдем до нашего хранилища рюкзака, то есть вернее ящика. Почти в конец города я тут вышел. Так, 166, да, мне надо, конечно, подумать о том, чтобы опять найти или изготовить наконечники металлические. Так, деревянная дубина мне не нужна. Хотя нет, вот это оставлю на всякий случай, вдруг здесь понадобится скипятить воду или что-нибудь. Осяду, чтобы не ходить далеко. Так, что у нас тут есть? Перья я выложу, я буду лучше собирать новые. Так, это сюда, сюда, сюда. Кстати, еда. Да-да, сейчас поедим ее. Можно надеть теперь. Так, это суды. А, можно, кстати, и снять, наверное. Е одеяние. Так, так, а почему мне не дает? А, у меня 100%. Не знаю, стоит это пока брать здесь. Ну ладно. Ой. Сюда. А, два ножа тоже мне на них перебор. А, там еще еда есть. Здорово. Так, и мы на прошлой серии закончили. Какой-то из этих домов, какой-то мы не смотрели. Пойдем туда дальше туда. Нет, конечно, здесь в последних версиях хорошие такие изменения, мне нравится. Не напрягает особо. Не, ошибок незаметно. Игра достаточно идет уютно, так скажем. Но не без этих. Не без лагов, конечно. Видно, для нее или надо более мощный компьютер, или достаточно быстрый жесткий диск, потому что она постоянно что-то сохраняет на хард. Так, это что у нас тут валяется? А, это я уже, наверное, осматривал. Нет. Ладно. Мне сейчас сюда надо зайти. Так, что здесь? Так, железный наконечник, отлично. Так, вот свечку-то я возьму, потому что никогда не видно здесь, что вообще такое. Новая система рендера, у них все темное стало. В принципе, это и хорошо, но приходится теперь свечку брать. Маловато, маловато мне приготовили в этот раз. Вода пригодится. Так, а где тут еще что? Все. Какой-то мрачный чердак, непонятно что вообще. Сюда я не пойду. Все. Этот дом не интересен для меня. Идем в следующий тогда. Сразу. Так. Куда я в следующий-то иду? Вот это да, и обратно. Потому что я на другую улицу уже перехожу. Свечку забрать можно. Я просто думаю, там может, конечно, наверху что-то есть, но лезть неохота мне проверять. Ничего. Здесь узнаем. Здесь ничего. Так, кстати, вот это надо переработать, а вот это... Так, и это. Тоже. А вот из этого сделаем стрелу. Тогда
Переходим вот к этому дому. Здесь у нас тоже может быть что-то ценное. Так, берем перья. Перьев у нас вроде неплохое уже количество набирается. Зачем мне телевизор без электричества? Вот здорово-то. Так. Разберите телевизор. Ух ты, что это у нас такое? Мини-байк для чайников. Отлично. Теперь мы знаем кое-что о мини-байках. И седло мы открыли. И вот руль и раму. Все, можно пытаться уже теперь делать мини-байк. Здорово. Оказывается, книжки не только в книжном шкафу бывают. Так, ну первый этаж вроде закончил. Так, а, вот, нет. Да, свечка, конечно, тут необходима. А, здесь всего один этаж, видимо. Нету выхода. А, есть. Чердак есть. Вот, смотрите, здесь вообще нету. Ничего не видно, даже со свечкой. О. Тело какое-то. Медали от Магнума, ну ладно. Вдоль стенки что-то пройтись, может тут что-то. О, книжный, ура, смотрите-ка. Что это? Спущусь вниз посмотреть. Это. А. В общем, короче говоря, это видите, для этот. Знания о доспехах из металлолома. Кстати, между прочим, можем себе кое-что здесь сделать. Не имея этих ресурсов в виде хорошего металла, можем использовать это. Так, тут в этом-то ничего уже нет. Не помню, вот в это я лазил. Здание-то большое. Так. Бумага-то, на вес золота становится. Хотя книжек можно из книжки находить и из книжек. Так, что мне там с этим? Ладно. Пробуем так посмотреть. Может быть, там будет много чего стыковаться. 6. Что здесь? Ага, просто корзина для мини-байка. Так, возьмем, что здесь? Бандана. Так, ну тут у нас наверняка будет этот сейф. Да, кстати, если хочешь ломать сейф, так надо идти в банк, потому что там, конечно, этот сейф просто огромное количество. Да, только сейф. Сейф я пока не хочу скрывать, наверное. Потом. Кто там? Кто тут был? Мелькнул. Куда мне столько шапок-то? Так, сейчас я избавлюсь от лишнего.
Вообще бандана моя лучше всех, которую я сам сделал. Шесть, так, да, это не очень такая хорошая футболочка-то. Так, это мы в расход. Вроде нормально, так. Давайте теперь сюда посмотрим. Свечка. Так, и у нас очередная серия сейчас подходит к концу, к сожалению. Мы давайте продолжим лутать это здание в следующей серии. С вами был Григорий. До новых встреч. Пока.